Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Покровительство воинственного бога Марса дает этим людям прекрасные бойцовские качества. Этим людям нужно стараться не стать тиранами ни в семье, ни в коллективе. Удерживать себя от критиканства, мелочной вражды, раздражительности и аморальных поступков. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Присутствие буквы О в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. Буква Н в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук Д. Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Если буква Е является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. На поле битвы такие люди часто безрассудно храбры и имеют все шансы быть убитыми быстрее других. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Предпочтение часто дают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Звук Е предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.